Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
дорогие жители Екатеринбурга, гости улицы Вайнера, вот вы и увидели наконец-то Кришнаиту. И вам повезло, на самом деле. Это огромная удача в жизни человека услышать людей, воспевающих имя Кришны. Почему? Потому что это имя в этот век очищает сердце от всех пороков, от всех гадостей, которые мы накопили не только за эту жизнь, но и за все предыдущие наши жизни. Это имя дает освобождение. В это время, в наш век, совершенно невозможно заниматься какими-то другими методами самоосознания. Не существует никакой медитации. Все это чепуха полная. Сейчас медитации люди что называют? Включить какую-то музыку, ручеек журчащий и отправить свой ум в плавание. Представлять какие-то картинки, это ничего общего не имеет с духовной практикой. Бесполезны занятия йогой, бесполезны какие-то прочие вещи. В этот век освобождает только имя, имя Бога. Вот недаром Серафим Саровский, святой Руси, самый главный, повторял молитву Иисуса вот 2400 раз на дню. Кто это знает? Никто. Ответ правильный, никто не знает. 4 часа он молился и повторял молитву Иисуса. Почему? Потому что там имя Иисуса есть. Имя в этот век очищает. Имя, только имя. Так устроен этот мир, что наш ум такой беспокойный. Жизнь коротка, тело не слушается. Никто не сможет вот сесть и посидеть 5 минут неподвижно. Вообще никто не сможет. Поэтому все эти медитации и прочие средства, там, изучение книг ничего не дают. Только воспевание имен позволяет человеку очистить сердце и понять трансцендентное послание. А что такое трансцендентное знание? А первое знание трансцендентное – это то, что мы являемся вечной живой душой. Вечной живой душой. Понимаете, в чем дело? Мы думаем, что мы – это тело. И все наши проблемы от этого. Мы старимся, болеем, страдаем вместе с этим телом. И это тело когда-нибудь помрет. Все равно когда-нибудь оно помрет. И все наши усилия в жизни закончатся ничем. Абсолютно ничем. Вот. Но, когда человек понимает, что он является вечной живой душой, а в тело это он только временно, как в машине, когда люди садятся в машину, они же себя не отождествляют с машиной. Вот это биологическая машина, а я внутри нее сижу и езжу, и катаюсь, и желания всякие загадываю, а это тело выполняет. Вернее, тело загадывает желание, а я выполняю. Почему? Потому что тело полностью управляет нами. И наше тело сравнивают с клеткой, а душу с птичкой. И вот люди занимаются в этой жизни чем? Они всячески до блеска начищают клетку. Они ее инкрустируют разными драгоценными металлами. Они ухаживают за клеткой. Но птичку-то не кормят. И в итоге все люди в этом мире несчастливы. Самые богатые люди в этом мире несчастливы. Почему? А потому что мы себя-то самого внутри находящегося ж ничего не даем. Пищи-то духовной никакой не даем. Мы пытаемся через это тело есть. В общем, люди занимаются 4 видами пороков. Они стараются сладко поесть, сладко поспать, сладко посовокупляться и копить, копить как можно больше. Но вот это все счастье не приносит. Потому что с собой это все не утащишь. Когда придет время и тело нас вышвырнет, нас, душу вышвырнет из этого тела, то все это останется здесь. И сразу как пираньи накинутся родственники, разграбливать то, что ты копил всю жизнь. Вот вздыхает человек, видимо, прошлой жизни помнит еще. Вот. Поэтому цель человеческой жизни – познать, кто я такой. Понять, что вот это кто-то все создал. Вот смотрите, вы видите, оглянитесь вокруг. Да даже оглядываться не надо. Все это кем-то создано. В карманах, на вас одето. Даже кирпич, по которому мы ходим, кто-то создал. Ничего в этом мире не создается само собой. Это же абсурд, если бы что-то само создавалось. Все это создано чьими-то руками. А вот голуби тут летают, вон они сидят. Они что, сами создались? А собаки, кошки бегают. А остальные 8 400 000 форм жизни на Земле, они что, сами создались? Планета эта сама создалась. Солнце само создалось, миллиарды лет светит. И планеты ведь не падают. Все строго по какому-то закону действует. В одно и то же время солнце встает, в то же время заходит. Зима сменяется весной, весна летом. Это существует миллиарды, миллиарды лет. Кто это все создал и поддерживает? Но разумный человек ведь поймет, что кто-то за этим стоит. Кто-то за этим стоит. Значит, кто-то это создал, поддерживает.
Так почему же мы настолько в своей гордыне вознеслись, что мы не хотим слушать ничего о том, кто это все создал? А ведь на самом деле этот мир соткан из чистой справедливости. Почему мы не родились с вами, жители Екатеринбурга, где-нибудь на Гавайях или где-нибудь там на побережье Испании, там же лучше? Ну, значит, наша карма привела наша. А почему мы страдаем? Почему одни рождаются с золотой ложкой во рту, а другие в семье алкоголиков? Почему никто не задумывается об этом? Значит, существует какой-то закон, который заставляет живое существо рождаться в тех формах жизни, которые оно заслужило в прежней жизни. Так вот, это все нужно изучать. Разумный человек это будет изучать. И мы вас просто приглашаем в этот замечательный мир познания Бога. В той традиции, какая вам нравится. Мы никого никуда не тащим. Просто нам нравится петь, танцевать и веселиться. Мы сейчас совершаем молитву Хари Кришна. Эта молитва является... эта песня пришла из духовного неба. Ее поэтому можно петь сутками напролет. И только слаще становится. Попробуйте 2-3 слова повторять под полчаса. Свихнетесь? Невозможно. Кока-кола, кока-кола, кола-кола, кока-кока. Пепси-кола, пепси-кола, пепси-пепси, кока-кола. Ну как это вот можно? Невозможно повторять. Вот. А Хари Кришна можно петь и с утра до вечера. Вот это доказывает ее трансцендентный источник, что она пришла с духовного неба. И поэтому мы, когда поем, мы все радостные и счастливые. И мы сейчас продолжим петь, немножко настроим звук. Выключай. Спасибо. Вопросы есть?